Сегодня во всех структурных подразделениях службы судебных приставов единый день приема граждан. Они обращаются с самыми разными вопросами. 6 часов на то, чтобы получить необходимую информацию, время найдется для каждого. Выслушать, ознакомиться с документами, принять решение. Обычно люди приходят к приставам с вопросами по розыску должника, по взысканию долгов и в особенности алиментов. Одна из проблем – бездействие в исполнении судебных решений. А сегодня к судебным приставам приехали из разных уголков полуострова. Есть проблемы, связанные с неправильным расчетом пенсии и выплатами компенсаций. Я часть только прошу пенсии, там 16 710 рублей, чтобы они мне возместили вот это уважаемое пенсионное. А так мне 88 тысяч должны быть. Но я хотел, еще раз повторяю, морально их немножко заставить. Уже 16-й год, я все хожу в суд железнодорожного района города Симферополя по одной и той же проблеме. Это выплата суммы материального ущерба, причиненного мне самовольным застройщиком. Исполнительное производство о возмещении суммы материального ущерба выдано, вот постановление у меня здесь, 8 сентября 2014 года. То есть через 1,5 месяца будет ровно 4 года, как возбуждено исполнительное производство о взыскании суммы 373 тысячи рублей. Судебные приставы обещают помочь разобраться с проблемами граждан, если это входит в круг их полномочий. Взыскание задолженности – одна из обязанностей приставов. По опыту 2017-го за первое полугодие общая сумма взысканных средств составила 376 миллионов. В первом полугодии 2018-го сумма уже удвоилась. Главное, федеральное руководство похвалило регион после недавнего подведения итогов полугодия. В целом управление отмечено с положительной стороны по количеству арестов, которых возросло более чем в 2 раза, по количеству тех мер классического исполнения, которые мы применяем в работе, это и ограничение права выезда за пределы Российской Федерации, это и ограничение должников в праве управления транспортными средствами и вопросов, связанных с взысканием налоговой задолженности, взысканием исполнительского сбора. Принимают граждан сегодня все подразделения службы судебных приставов в регионах страны. В Крыму о своих проблемах люди рассказывают главному приставу республики, заместителям руководителя управления и общественному совету судебных приставов. Анастасия Калугина, Александр Рыбин, служба новостей ИТВ.